Вот пришел на шлюз. Тут вот у нас журавль, видимо, летит. Красавец. Большая птица. Вот он парит как. Да. А если бы его заснять поближе, было бы вообще хорошо. Так, сейчас вот посмотрим. Тут вот солома лежит. Для того, чтобы можно было использовать. Вот видно, что уровень воды упал. Вот тут сразу видно, насколько уровень воды упал. Вот она бежит. Угу. То есть она сейчас ее допромывает до того уровня, какой она была раньше. До того, как мы здесь сделали шлюз. Вот она уходит постепенно. Было бы чем заделать, можно было бы, конечно, и задержать ее, чтобы она вот этот уровень сохранила. Так. Ну вот как мы оставляли по осени, вернее, можно сказать, с той весны, так все у нас и осталось. Все наши попытки остановить воду не получилось. Потому что андатры сделали норы, вот, которые даже ниже наших свай. И все это вода уходит сразу. Тут надо делать все серьезно. Железнобетонное какое-нибудь. Все. Слава богу за все. Вон он летит опять обратно. Не получится мне его заснять, конечно. Быстро летит. Все дыщее да хвалит Господа. Мог бы он человеческим голосом, он бы сейчас ответил бы мне. Вон он приземляется. Тут, к сожалению, я не вижу, что я снимаю. Вот он стоит, сейчас увижу. Вот он, красавец. Господь его чудным сотворил таким. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.